74-ю годовщину Победы Солнечногорск готовится отметить с размахом. На территории округа будет организовано свыше 150 тематических мероприятий, среди которых центральными станут шествие бессмертного полка и вечерний концерт, который завершится традиционным салютом. Еще 9 мая на Советской площади можно будет увидеть в режиме онлайн парад Победы на Красной площади, а во второй половине дня посмотреть всеми любимые военные фильмы в кинотеатре под открытым небом. Программу празднования Дня Победы смотрите на нашем сайте solntv.ru. Впервые в Солнечногорске на День Победы пронесут полотно с вышитыми именами героев. Эта акция носит символическое название «Солдатский платок». В ней участвуют школьники с родителями. Они находят информацию о своих родственниках, участниках Великой Отечественной войны и наносят ее на лоскут однотонной материи. После этого платки сшиваются в единое полотно, которое пронесут по улицам города во время шествия бессмертного полка 9 мая. 11 мая городской округ Солнечногорск в числе подмосковных муниципалитетов присоединится к акции «Лес Победы». Лесопосадки пройдут на 13 площадках во всех поселениях, у школ, садиков и во дворах. Самая масштабная площадка на землях лесфонда в деревне Владычино соберет сотни жителей, которые высадят здесь 63 тысячи сотен, по одной в память о каждом герое, не вернувшемся домой в 1945-м. На землях муниципалитета 11 мая высадят около полутысячи саженцев сирени, рябины, шиповника, липы, клена и каштана.